22 декабря Щелковский собор Святой Троицы стал местом проведения ежегодного собрания духовенства Московской епархии. С самого раннего утра сюда стали съезжаться священнослужители высшей степени священства, архиепископы и епископы, а также благочинные духовники, настоятели храмов и монастырей Подмосковья. Традиционно раньше местом проведения являлся Новодевичий монастырь города Москвы, где находится официальная резиденция митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия. Но год от года уже количество духовенства только возрастает, и уже сейчас оно стремится к цифре 1500 человек, соответственно, уже не может вмещать полное количество. И владыка избирает последние годы для проведения собрания уже храмы, находящиеся в районах Московской области. В прошлом году местом проведения ежегодного собрания духовенства Московской епархии был Георгиевский собор города Одинцово. В этом году священнослужителей Подмосковья встречал собор Святой Троицы в Щелково. В начале собрания митрополит Крутицкий Коломенский ювеналий, отметивший в этом году 80-летие, передал всем приветствие и благословение предстоятеля Русской Православной Церкви, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Затем владыка совершил заупокойную службу литию по почившему в 2015 году священнослужителям Московской епархии. Коллективная молитва, в которой приняли участие более 1000 священников со всех концов Подмосковья, стала особенно трогательной и объединяющей. После вознесения молитвы митрополит Крутицкий Коломенский ювеналий выступил с докладом, содержащим информацию о жизни и деятельности епархии в уходящем году. Продолжали строиться и восстанавливаться храмы и монастыри, организовывалась работа с молодежью, проводились мероприятия миссионерской и просветительской направленности. Благочинные участвовали в социальном и благотворительном служении. В заключении собрания владыка ювеналий благословил духовенство на дальнейший усердный труд на благо Церкви и Отечества, честно исполняя свое служение. Сергей Максимов, Галина Холодцова, телерадиокомпания «Щелково».